Так, всем привет. Может быть, чуть-чуть другой звук будет сейчас, так как я снимаю со второй камеры. Здесь уже нету той стабилизации, точнее, стабилизация все та же, нету того объектива, который стабилизирует получше, нету медиамода. Просто держу ее в руках, а потом надену этот футляр, и мы с вами опустимся на дно морское, хотя вру, на дно речное. Я пришел сейчас в устье реки Псизуапсе, вот хочу испытать подводную, точнее, корпус этот подводный, посмотреть, что да как. Речка, скажу вам, что-то прохладнее, чем было еще не так давно, хотя это не так давно было до штормов. Сейчас как бы уже штормы прошли. Ребята купаются здесь прям в воде. А где еще купаться, как не в воде? Странно, сказал я. Там дальше полуостров Сахалин. Я только что начал снимать ролик, и аккумулятор сел. Ну, на второй-то камере, слава богу, был заряжен. Итак, друзья, мы начинаем погружение. Этот ролик будет просто подводный. Естественно, там звука никакого особо не будет. Я не могу разговаривать под водой, да, тем более я, скорее всего, останусь над водой. На противоположном берегу еще полным-полно досок всяких, бревен. Прям дальше устье реки Псизуапсе. Смотрите, прям вообще ни волны, ничего нету. Все чистенько, гладенько и ровненько. Ну что, погружаемся. В воду, все в воду. Так, мы перешли на другой берег. Я не знаю, слышите вы меня или нет. Изучаем дно морское.
Ну вот, ребят, мы закончили с вами путешествие, прошли через всю реку, сначала с одного берега на другой берега, а теперь вот сюда. Всем привет из Лазовска, вот такая вот обстановочка сейчас на острове Сахалин, наверное, или полуострове Камчатка, на крайняк уже Крым. Всем привет!